Всем привет, друзья! Вы на канале Шедер Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем с вами Fallout 4. Находимся возле Кигельбана Бивер Крик, который в прошлой части зачистили. И отправляемся по следу беглого синта. Как раз со мной в напарниках находится еще один беглый синт по имени Паладин Данс. И мы будем искать его сопартийца. В прошлой серии я поменял напарника. Теперь с нами ходит Паладин Данс. И я думаю, он теперь будет на этом острове обитать, потому что весь мир и братство стали его презирает за то, что он синт. И как раз это для него самое подходящее место, где он будет жить. Ну что, давайте, продвигаясь вперед, попутно заглядывать в домишки, смотреть, как тут люди поживают, какие каналы смотрели, пока было здесь электричество еще, пока туман не поглотил это место. Ну а сам квест пропавшего синта вот уже здесь прямо. Вот прямо здесь должен быть. Судя по карте, вообще рядом. 2 метра надо пройти. Кто-нибудь есть дома? Жвачка кто-то оставил, будильник забыл. Ну и заправка рядом. И там еще даже свет горит. Что-то это да значит. Зайдем, конечно, посмотреть. Гули небудь. Свирепый волк, нет волчары. Ко мне. Песик. Какая большая собака. А он еще один ходит. Внимание. Шансов попасть маловато. Данс, спаси. Данс. Спасибо, Данс, ты мне не помог. Бух ты! Хвост попал. Еще один выбей, еще один есть. Волчары здесь живут. Данс, а ты где вообще? Тут еще один волк где-то обитает. Вот он. Еще элитный, блин. Не как-нибудь. Тут что, еда есть или что, что они до сих пор здесь сидят? Мощный ломик. Волк был вооружен ломиком. Хотя это не ломик, это ключ. Мы что тут охраняли? Макароны с сыром жевали, а? Походу, да. Ну все, по идее, больше здесь никого нет. Гараж полноценный. Ого, изоленты сколько. На целый год хватит такого добра. Так, а это не рабочая, нет? Электричество не рабочее. А там у нас что-то есть. Вон, смотрите. Ну это правда, можно туда доплыть. Ладно, сейчас не буду туда идти. Потом уже, когда буду у себя на родине, надо будет сплавать, посмотреть, что там за житель живет в центре озера. Интересно, интересно. Так, в автобусе все вышли, кто хотел. Кроме женщины, да? И водителя. Эти двое не успели выйти. Он достал аптечку, пытался лечиться. Но это его не спасло. Так, еще какое-то лежбище. Еще какой-то мини-вагончик, но тут тоже нет ничего. Только я теперь застрял, малость. Ну да. По-моему, я немало застрял. Я конкретно застрял. Нет. Что же вы за люди-то такие? Ай, кошмар. Мне иногда кажется, что я являюсь тем, кто тестит игру, а не тот, кто ее купил и кто в нее играет. Реально, некоторые вещи в Fallout 4...
Меня удивляет. Ну все, я застрял, что мне делать? Супер прыжка у меня нет, супер проникновения тоже нет, уменьшителя тоже нет. Это я хрен скрою, в общем, меня врасплох здесь застали. Ну дерьмо. Ладно, как раз посмотрим, что это за остров здесь находится. Кошмар какой-то, честно. Иногда мне кажется, что лучше вообще никуда не сходить, ни направо, ни налево. Вон тут остров. От точки к точке. Если у тебя есть дорога, иди по дороге. Ни в коем случае нельзя идти вбок. Так, ну ладно, давайте я сейчас сниму броню, потому что я утонул. А если ты сойдешь влево или вправо, то есть возможность, да, что ты попадешь в ту зону, на которой навсегда и останешься. Так, вот это местечко. С него бы еще выбраться как-то. Что это такое? Добро пожаловать в Форт-Харбор. Тут радиация лупит. И сундучок подсвеченный. Стимулятор. Немного гранат, патронов. Ну, по крайней мере, я проверил, что здесь. А мы были вот там вот, на холме. Единственная проблема, что я не смогу в броне ходить по морю. Ну все. Это я осмотрел. На лодках я не думаю, что здесь что-то есть ценное. Могу, конечно, сплавать. Одним глазом посмотреть. Мужик какой-то. Как же что-то выплыть? А, во. О, кто-то голову потерял. Но зато рыбы много. Винт-ментаны. Ну, а еще здесь два судна плавающих. Все понятно. Все ясно. Можем сваливать. Где моя броня? Где я ее бросил? Возле своего корабля. Где-то здесь. Никто не одел? Никто не одел. И Данс прибежал вовремя. Дансу это понравилось. То есть мне надо просто снимать и одевать броню и таким образом качать уровень отношений с Дансом, да? Возможно. О, кстати, тут так туда можно было добираться, но здесь сломали помост. Вот еще одна какая-то лодка подсвеченная. С продуктами, рыбой, мясом и свининой с бобами. И сундуком, не просто так. Тоже есть несколько патронов. Так, ну тут я могу летать, тут я взлечу. Спасибо броне. Так бы пришлось оббегать все заново. Ну что, погнали? Теперь я же точно квест найду. Вот такой фургончик. Вот он, ловушка. Для таких, как я, любопытных. Чтобы не ползал по местам, где не нужно. Видишь квест прямиком? Иди к нему, и не сворачивай. Свернешь все. Ладно, мы в какой-то зашли парк. Вот я сейчас опять куда-то забреду. Для мистера помощника топливо. Это что такое? А, вентилятор упал. Я не понял. Здесь есть турели. Тоже какой-то пикник-парк. С
Сортир для женщин. Душевая кабинка. Еще пару фургончиков и сумка с довоенным баблом. Кто-нибудь есть? Живых. Мобилка. Старого образца. Чуть данс меня не закрыл. Кстати, это он тоже может легко сделать. Подперев входную дверь. А, вот, смотрите, я уже к квесту дошел практически. Ушанка. Данс, хочешь ушанку? Куплю. Он в этом доме находится. Момент. Тут сумка. Просто сумка какая-то. Немного бритва злака. Да, тут хровяка. Подожди, я тут что-то нашел. Психо. В сумке ничего. И вот первый след нашего пропавшего синта. Пройти по кровавому следу. А он что, в лес у нас пошел, да? О, здесь еще так, блевотина. Дальше пошло. Так. Вышел на дорогу. На ту же дорогу, где мы были. И следующий след. Ведет нас дальше, но я еще не посмотрел, что это за дом. Вдруг здесь сидит преступник и ждет, пока я пойду по следу. А вот преступник. Леди. Со вторым этажом. Не как-нибудь. На который я могу легко залезть. И снова где-нибудь подвиснуть. Это у меня недолго. Так оно. Есть что-нибудь? Есть что-нибудь? Ладно, не буду рисковать. Пошли по следу. Погодка-то какая чудесная сегодня-то, а? Окей. След ведет нас к петле. Там дальше петля дорожная. Если верить карте, но мы... к какому-то коттеджу все-таки спускаемся. Да, мы пришли к дому. На краю. Такого уже живописненькому. С тыквой. Опа! Траппер, это ты. Я тебя нашел, блин. Здорово. Вот что тут осматривать? Это ж ты. Спокойно, я сказал. А где моя голова, ребят? А вот она. Yeah, we found him. One of the fog's creatures already attacked him. He was bleeding out, but you know why waste the meat? Here, well, what's left? Take it. Это банда вообще-то, их надо убить. Now go. Don't come back. Дансу это понравилось. Ну да, здесь сидят траппер, его съел какой-то. Данс с вами восхищается. А за что? За то, что я с траппером поговорил. Ребята, это вам повезло. Это вам очень дико повезло. Я в следующий раз сюда зайду. Чё? Поговорить с Дансом? Чё надо, Данс? Эй, что ты хочешь? Данс? There is still that off the record matter I'd like to. А, продолжение истории, да? Do you have time now? Да. All right. Forgive me. This is difficult.
When you were first placed under my sponsorship, I had some serious reservations about it. Despite all that, this has turned out to be a rewarding experience for both of us. At this point, honestly, I don't feel like there's anything else I could teach you about being a Brotherhood soldier that you don't already know. It's apparent from your attitude and your actions that you intend to keep those ideals close to your heart. Мне это льстит. I'm glad to hear this, but I feel like there's more. There is. I'm just not very good at these sort of things. Let me start at the beginning. I grew up alone in the capital wasteland. Spent most of my childhood digging through the ruins and selling scrap. When I was a bit older and had a few caps to my name, I moved into Rivet City and opened a junk stand. While I was there, I met a guy named Cutler. We got along pretty well. Watched each other's backs and kept each other out of trouble. When the Brotherhood came through on a recruiting run, we felt like it was a way out of our nowhere lives. So we joined up. Rivet City? Rivet City. It must be post-war because I've never heard of it. You're right. It was a settlement, built inside the remains of a beached aircraft carrier. One of the safest places to live in the capital wasteland, until the Brotherhood arrived. It was the perfect location for me to try my hand at being a merchant. I didn't expect your entire life story. I hope there's a point. I'm getting to it, if you'll let me finish. Anyway, about a year after we were posted to the Pridwin, Cutler vanished on a scouting op. It took some convincing, but I was able to persuade my CO to let me assemble a squad and search for him. It took almost 3 weeks, but we tracked his team down to a super mutant hive. Those wretched abominations had slaughtered everyone but Cutler. He should have been so lucky. The mutant bastards used their FEV to change him into one of their own kind. He wasn't Cutler anymore. I had to... It was my duty to put him down. Это было правильно. You did the right thing. It's what I was taught. I don't know if it was right. Ever since Cutler died, I've seen other soldiers come and go. Some were brave, some were honest. Hell, some were even downright heroic. But I'd never consider any of them to be a good friend. A friend like Cutler was. Until now. It's a good feeling, but it frightens me all the same. Having a bond with someone, then losing them. It changes you. I don't want to go through that again. Пофлиртовать? Да нет, как-то обойдемся. Все образуется. It'll never come to that. I promise. Even though I'm well aware that you have no control over it, I appreciate the sentiment. I just thought you deserved to know how I felt. If you feel that I've overstepped my bounds, I completely understand. Whatever the case may be, I appreciate the fact that you took the time to listen. Да не благодари. Ладно, куда нам дальше-то идти? Трапперы пока нас еще не трогают. Я думал, нам в петлю сюда надо будет сходить. Но нет, нам сказали валить обратно в Фар-Харбор. Но полетели, не буду ж я пешком идти. Окей. Подожди, с кем мне поговорить? А чё у меня там квест горит, не могу понять, на этой лодке. А реально, что это за квест у меня тут горит? А, братству Стали надо рассказать про Аркадию. Но мне нельзя туда соваться, потому что со мной это данс. Поэтому пока что обойдемся. Так, где тогда еще? Эта дама стоит, находится. Где она вообще? А куда этот квест ведет, не пойму ни хрена. Чейз. А, Чейз, она ж не здесь. Чейз здесь. Она же нам туда посылала отправлять, да? Да, действительно. А я клюнул на квест Братства Стали. Так, стоп, ты кто? О, тут народ появился, не было же их раньше. Чейз, я иду. Вот она. Плохие новости. Your missing synth was jumped by cannibal trappers. He didn't survive. That poor bastard. That synth came here to live in peace, and we failed him in the worst way possible. It's my fault. I should have gone out there to meet him. Damn it all.
I'm glad we were able to bring some closure to the matter. You deserve this. And shall we say 200 caps? Мне жаль. Такое уже случалось. This wasn't the first time a synth has gone missing. Of course not. For someone without weapons or field training, crossing this island is deadly. Thanks again for your help. Be safe out there. Увеличение силы урона 10% при прицеливании. Все, что ли? Это такой квест был? Найти голову Синта и все? И что, никакой развязки дальше? Да. Какие-то простенькие чересчур квесты. Думал, какая-то будет интрига там или еще что-нибудь. Нифига. Ну ладно. Куда тогда дальше идти, если здесь настолько масштабные квесты? Так, а тут я был? По-моему, не был. Да, что-то на крышу я не заполз. Как это так? На меня это не похоже. О, Данс, это ты. Ну да, вверху я не был. Это еще и радиовышка есть. Я ее активировал. Лучше выключить. Ну, а так все понятно. Купол. И надзорная башня. Ладно, пошли тогда к следующему квесту. Все понятно, не будет здесь больших глобальных квестов. Все такое маленькое, такое очень чересчур. Я-то думал, тут разворот какой-то будет крутой. А у меня с этим кораблем ничего не связано, Азалия. Есть какой-то квест? Я уже запутался. Может, давайте в Азалию сползаем. А ну, Азалия инфо. Лучше не вспоминать. Давайте все включим, я не могу сейчас считать. Проще включить все на свете. И посмотреть, Азалия есть квест? Нет, Азалия нет квеста, надо тогда чуть-чуть подождать. Ладно, тогда пошли с вами к отелю Cliff Edge. Там нас ждал робот, который хотел, чтобы мы провели какое-то расследование. Давайте посмотрим, что там у него за проблемы. Окей, все остальное выключаем, как обычно. Кроме туманник. Туманник мне еще нужен. Забрать электроинструменты. Вот это мы. Одного оставим, кровавая волна. Остальное все выключим. И заодно посмотрим здесь. Где-то отель. Направо. Вот это он. Тихо, спокойно, без паники. Что-то я тут робота не вижу, который должен дать мне квест. Ну, отель-то он и есть, да? Робот, ты где? Гниющий дикий гуль, это явно не квестодатель. Да неубиваемый, блин. Ну, правда, он дальше пройти не может. За дерево зацепился. Бывает. Так а где ж мне теперь робота искать-то, который должен квест дать? Блин, это не кнопка прыжка, это кнопка удара. Робот. Робот. Мне сказали к тебе подойти. В смысле, к отелю подойти. Хрен его знает. Тут даже не высвечивается оповещение о том, что это отель. Гриб можно взять, нет? Это я с него уже спустился, да? Он наверху. Подождите, а что это за ресторан? Отличная, совсем целая дверь практически.
Совсем не спящий гуль. Патроны кончились. Наконец-то я тебя убил, сволочь. Гниющий, агрессивный. Чересчур агрессивный ублюдок. Так, подожди. Еще один есть, идет. Дан, сбежим. Он вышел, он тоже гниющий, осторожно. Внимание. Прямо в грудак. Нет, он не гниющий, он самый обыкновенный. С прихваткой шел, видимо, повар. Но остальные так, ерунда. Мясо здесь обитает, какое-то тело. Твою мать, кто там, Данс, что там упало на нас? О, гуль упал сверху. Откуда он упал здесь? Мистика просто, магия. Там даже второго этажа нет, чтобы он на нас упал. Сортир, как обычно, очередь в сортир. Ребята так и не дожили до того дня, когда сортир освободится. На самом деле здесь-то ничего и не было, кроме трех гранат. Забавно. Так, что у нас в лодочном домике? Ничего. Как и ожидалось, совсем ничего. Какой-то странный островок. Гули, по-моему, здесь нет. Очень сильная радиация. Хлобысь. Сейф на этом островке. Причем его даже вскрывать не надо, но его и очень трудно найти. Учитывая нынешнюю радиацию здесь, так этот сейф вообще не нужен. Ну и вот еще куда. Хлобысь. Чего тут делаете? Данс бежит по воде прям. Апостол, блин. И наверху может быть что-то быть. Я, конечно, к отелю шел, но не могу удержаться. Я наверху. Ха-ха. Ничего здесь нет. Какая-то помойка слева. Островок справа. Пошумим немножко. Тут нельзя взлететь. Или еще рано. Не время для полетов. Так, лесенка куда-то. Там ничего не вижу. Канистра. Два мешка цемента. В наше время цемент это диковинка. Ладно, пошли к отелю. Там мы сегодня ничего не найдем. Почти отличный диван. Почти отличный холодильник. Почти отличная дверь, в которую я тоже не могу выйти. Что-то знакомое место. Как будто я здесь уже бывал. Так, ладно, ресторан здесь. Давай подниматься. Вот это вот не отель. Вот это огромное здание, которое здесь строит. Его, по-моему, это ж отель и есть. Почему он у меня не появляется на карте как отель? Ладно, пошли по дороге вверх. Надо было за роботом идти, когда он предлагал. Хрен мы здесь что найдем. Отель Клеф и Сейдж. Наконец-то его нам
распознали. Тоже сильно много радиации. В этом месте. Много корпусов у этого отеля. А, робот, ну я уже перепугался, наконец-то ты здесь. Я думал, тебя больше никогда не встречу. И вообще не пойму, что тогда делать с тобой. Не без тебя. Место для чего? Для летающих тарелок, что ли? Робот. Сейчас мы выясним, что это за редиска такая. Так, тут шла стройка. Отель, видимо, только-только начал отстраиваться. Стоянка для авто. И домик для вахтера. С кассовым аппаратом. Ну что, Пёрл, давай. Расскажи, что здесь случилось у тебя. Здорово. Hotel staff really needs to do something about the lobby. I should warn you, some of the other hotel guests are a bit, rowdy. I was forced to defend myself when a few became a bit handsy, shall we say. The registered patrons are in a more exclusive area of the hotel, though, and do not associate with this sort of rabble. Shall we be off? What do you mean the other patrons are rowdy? I had not been in this part of the hotel for some time. Perhaps there is some sort of sporting event that has them agitated. Several of them tried to grab me, and, well, their clothing was certainly not suitable for polite company. Shall we be off? Пойдем. Yeah, let's go. Very good. This way. Подожди, он гуль лежит уже. Это ж гуль? Подожди, не попади в Перл. Это ж Перл. Да, гуль мертвый. Всем лежать, никому не вставать. Окей. Пошли в обход, раз ты так настаиваешь. Спокойно, это гости, да, буйные. Ох ты крепенький, сволочь. Весьма крепенький. И где здесь обход? А, вон туда, в ту лестницу. Так я, может, первый пойду? Вау, начинается атака. Ох, этот элитный. Я его остановил. Нет, не в Перл, нет, не в Перл. Грёбаные патроны. Да убей-то вот это, он все время на лицо мое смотрит. Все, без ноги ты. Немощен, друг мой. А вот этот огромный. Все, первый сломали. Так, подожди, ему надо ногу прострелить. Он же задолбал всех нас. Наконец-то я одну убил. Патроны 6 штук, сейчас, подожди. Все. Я иду. Стой, гниющий. Готово. Так, я один еще остался. Воу. Ну, гниющие неплохие, они намного мощнее, чем эти. Чем обычные гули. Плюс один к ловкости и восприятию. Перл, как дела? Ты жив, жива? Я тут много чего почитал, но ладно.
Кто еще на Перл нападут? Нам сюда, наверное, да? Тихо. Есть контакт. Темный гуль. Туманный гуль, вернее. Надеюсь, хватило одного выстрела. Так, ну эти же встанут, же, понимаете, да? Добить. И с другой стороны. Да, ружьишко не предусмотрено для промахов. Тут либо надо попадать, либо нет. Оно, конечно, мощное, но не для гулей. Тут надо автомат, что ли, брать. Или пистолет разрывной. Так, мы на свежий воздух вышли, да, с вами уже? Данс, ты где? Присоединяйся, здесь опасно. Еще один этаж. Вот лежит тело. На. Урод. Туловище. Дерьмо, блин. По ногам бей. Наконец, одного стрелили. О, помощник. Помощник добил. Тихо. Помогайте, помогайте, они неубиваемые. О, руку отбил. О, я много отстрелил. На. Вот этот, конечно, прокачанный хорош, конечно. Перл, все нормально. Тут какое-то тело. Просто траппер. Ну и где Перл? Шип? Легендарный обугленный. Наверху меня ждет. Или оно, или он. Ладно, за ней потом все добьем. Гниющий. Спокойно, по ногам бить надо. Если попадать, конечно. Если 92% шанс попасть, то... Кто тут еще, блин? Вау! Да что ж вас так много вечно? Подожди. Так, этот мне уже не мешает. Помощник. Спасибо. Только мне помочь бы надо было с большим, который меня сейчас ест. Где он тут? Так, это еще легендарный. Давай ему ногу отстрелим, отстрелили. Ну, наверное, повезло, конечно. Кто-то еще тут бежит, да? А вон, дальний. Этот уже лежачий, ему ничего. В Перл только не попади во время хаоса, давай. Отлично, без рук он нас меньше покусает. Ничего, остался один большой. Они с ним не справятся. Вот он. Нахрена себе мощная зараза какая. Втроем стреляем. Увеличение силы. Понятно. Кофейная кружка. Ух. Ну и постояльцы у вас здесь. Мисс Перл.
А он еще какая-то голова, а нет, это тень. Так, дикий гниющий гуль. Левая нога, правая нога. Нет, тут мало шансов. Вот. Вот это оно. Я иду. Я не пойму, чем на моего напарника попадает. Его сломали. Перл, надеюсь, ты выживешь. Перл? Вставай. Нифига себе отель. У меня уже броня вся сломана. Лежать, урод. Сейчас я перезаряжусь и помогу. С кем бьемся там? Вижу, сейчас, подожди. Мы их быстро зачистим. Так, еще идет кто-то. Где там кто? Внизу, вверху, внизу. А, ты бьешь этого. Ну, бей пока. Я пока обчищу этого. Годится. Ну и отель у тебя, Перл. $47 еще нашел. А это... Блин, как оно мимо них проходит? Годится. Ну, большие пришли. И зеленые пришли. Так, наверное, важнее... Нет. Важнее, наверное, отстрелить ему ногу. Иначе меня сожрут. А этому руку. Все, спасите. Так, этому ногу. Это элитная зараза. Все, убегаем, убегаем, убегаем. Сзади. Данс сзади, я сказал. Они продолжают идти за мной. Наконец-то перебил ему лапу. Стой. У меня нет уже нечем бить, вернее. Все, готово. Кто там остался? Никчемные ублюдки. Я вас... Порешу, ублюдков. Вы там пока его попилите, а я добью этого. Он меня не умирает даже в упор в голову, когда я в него попадаю. Подождите, ребята, медальон, это чей? Ни хрена себе прокачка. Данс, ты охреневаешь, наверное, как и я, да? От такой мощи. Ну и здесь коридоры есть очень веселые. Это еще что? Ну это же встанет сейчас. Нет, он не встал, странно. А этот встанет, да? Нет, этот не встал. Вот он, наверное, робот уже с ними поработал. This elevator leads to the exclusive area of the hotel. You should feel quite privileged that they will be allowing you in. Да. Ну, благодарю.
Нужно мне туда идти? Кошмар. Дайте хоть водки хлебнуть или мантилью. Что там? Популярный что? Обгорелый популярный журнал. Музыкальный аппарат. Ну ладно, мы заходим. Хотя здесь столько дверей, что можно еще было что-то посмотреть. Это единственный рабочий лифт. Интересно, куда она меня заманивает? Все не поместимся, сразу говорю. Ну ладно. Да я же здесь. Все залезли. Данса, ты где? Ой, здесь вообще никого нет уже. Нет. А, все здесь. Я не знаю, как мы сюда в двух силовых бронях, еще и робот, вместились. Далеко же мы едем. Ну. Данс, не толкайся, блин, места нет совсем. Сейчас кто-то выпадет в шахту лифта. И вообще, лифт сейчас не самое безопасное место. Кто его чинит-то? Дайте я выйду отсюда. Что-то Перл у меня наберется на прицел. Может, она враг? Открыть дверь убежища. Ух ты, здесь еще и убежище у вас. Ну да. Убежище, прикиньте. Убежище. Подождите, тут еще одна комната какая-то была. Прачечная, видимо, да? Ушанку тут часто дают. В сушилках можно найти предметы. Морозильники, молоко. Клей. Унитаз. И убежище, как-никак. Не думал, что мы дойдем до убежища. Не думал, если честно. Дайте я там одним глазом посмотрю. Это выжившие обитатели отеля здесь спрятались, да? Убежище 118. Ха-ха. И на острове даже было. В Фар-Харборе было убежище. Неплохо. Неплохо. Ну-ну, покажите, что там. Там роботы сидят. Еще в одно убежище нас пускают. Роботы. Да, открыть двери убежища. Там не опасно, Перл? А ты куда пошла? Ты что, кругами летаешь, а ну? Спасибо. Ох, что-то мне не нравится это место. Максвелл? Это ты? Well, it's about time the police sent someone out to investigate. We have many important residents and they are very worried. Что случилось? What happened? Who died? It's Mr. Parker. Primary owner and financier for the hotel. This is just a disaster. Так и че меня вытолкнули сейчас? Have a look at the crime. А, это Перл пришла. Понятно. When you're ready, we can discuss your findings. You are free to question the residents. But their safety is our priority. So unless you have solid evidence, I would avoid accusations. Проследовать за Максвелл на место преступления. Смотреть место преступления. А кто из них Максвелл? Ух, сука, тут роботов. Вау, вот это убили, да?
her. There is more emotion in his death than most have had in their entire lives. Our friend is dead, Mr. Avita. Have you no respect? Always. I just say that at least he had. Дан, замолчи хоть ты, и так ни черта прочитать не могу. Не пойму, кто говорит. I'm sorry for shouting, but the detective has arrived and shall begin the investigation henceforth. Please return to your rooms until the detective has examined the crime scene and had a chance to come speak with you. Mm-hmm. Все пошли по номерам, и мне теперь надо узнать, кто сломал робота, да? Да, что-нибудь еще, просто с тобой не поговоришь. Ты срываешься постоянно. Your residents are robots. Not robots, detective. Well, not exactly, anyway. I believe the term they use is robo-brain. Back before the war, the residents decided the best way to wait it out was to put their brains inside robotic chassis. Was there anything else? Tell me about the victim. Mr. Ezra Parker was the primary owner and financier for the hotel. He had vast experience managing venture projects around the world. It was his idea to have our premier clients become investors in the vault section of the hotel. He worked with Vault Tech to have this built to their every specification. Was there anything else? Что начать, в общем? I'm not sure where I should start. I suppose you should try to figure out how he died. And then who had the means and motive to kill him? Once you have enough evidence, then I suppose you'll need to confront the killer. Was there anything else? Never mind. I'll be here, should you need me. Серьезное дело, да. Короче, это мозги вставили в роботов, да, бывшие постояльцы, чтобы увековечить себя. Ну, давайте посмотрим. Looks like the brain enclosure was smashed. Да, я гениальный. Гениальный детектив. Разбили стекло, и мозг умер. Ясно. Это что? Is this blood? Мы пойдем, дайте догадаюсь, по следам крови. Которую смыли в этом душе? Или это не душ? О, это не кровь, это же была краска. Зачем нам его воровать? Кто-то симулировал убийство, ребят. Perfect. Угу. Я еще и оружие нашел. Baseball bat. What is this doing here? Слушайте, я прирожденный детектив. Они не смогли пройти даже 2 метра, чтобы посмотреть, что тут за ширмой находится. Ладно, это надо увековечить, то мало ли. Что нам Максвелл скажет? Я нашел, я развязал. Hello again, detective. Was there anything else? I found the murder weapon. Oh no. That's the bat from Mr. McKinney's movie. You don't think he could be involved, do you? I can't imagine him ever doing such a thing. Was there anything else? Never mind. Мне кажется, Маккини подставили, вам не кажется? Намазали краской след, чтобы детектив тупой к нему подошел и нашел эту штуковину. 100%. Что его подставили. Так, это что? Еще какие-то следы или что это такое? Ладно, мне надо найти Маккини, сначала с ним переговорить. Тут у вас видеокамер нет, случайно? Перл, а ты здесь? Может поговорить еще с этими роботами? Может, они что-то знают? Protect and serve. Да, эти ни черта не знают, тупые. А тут следов больше нет, да? Тарелка, да, лучше здесь не красть. Ну, пошли поговорим с роботами. Ты кто такой? Сантьяго Авида. Well, 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 well. If it isn't the long arm of the law.
devotee at the Arts, does that cruel muse call you to her entrapping bosom? Искусство — это жизнь. Art is life. Without it, we are no different than animals. Perhaps. If all we are is a sentience floating in a suit of flesh, or metal, I suppose, then art is the only true communion with the world. Come with me. У него, кстати, много краски. Может, это он подбросил краску на место убийства, а? Я лично ничего здесь не вижу. Все дело в композиции. It's about composition. The balance of colors and emotions. And the struggle. А, он про ту картину, которая сзади. Indeed. This was the last piece I did in a series of portraits of Gilda. Number 1378. Her emotional landscape is superimposed on the portrait. The reality of the subject is distorted as the ego attempts to project itself this way. Что вы думаете про эту картину, да? Tell me, what does this one say to you? Деревья в космосе. Это война. It's the war. Bombs from every direction. No, up or down, the world turned on its head. I suppose in a way it must be. Art shapes the world, and the world shapes art in return. All art must therefore be constantly reborn through the lens of contextual and historic interpretation. We must ascend. Да, пойдемте, очень интересно. Это котейка. С ракетой. Это метафора. It's a metaphor. A young creature grappling with ideas it doesn't possess the capability to understand. Intriguing. The mind will superimpose meaning. Так и продаются большие шедевры, которые ничего не значат. Главное наговорить побольше. Где? Вот это вот? Неплохая картина, да? Видно рука мастера, видно, да, сразу. Наверное, миллион долларов будет стоить, да? Так а мне что делать? Сантьяго, блин. Хватит меня здесь обманывать. Какая-то электрическая хрень. Какая-то работающая. Ладно, давай, Сантьяго, колись. Что думаете вы? Juliana Riggs. That Philistine would not know art from her own excrement. She and Ezra had a rather dramatic fight recently. You could hear her banshee screeches all the way across the hotel. Поговорить что-то Риггс. Спор Джулианы и Эзры? Juliana and Ezra arguing about? I don't know. I was painting at the time and I was trying to block it out. Though I bet Gilda probably heard them. Maybe you should check with her. Красная краска. I found red paint at the crime scene. Know anything about that? No, actually. Ezra borrowed my last gun, and now I can't find it. Картины Гильды. It sounds like you've done a lot of paintings of Gilda. Why her? Our Gilda is a very singular creature, detective. Do you not see this joie de vivre from within her? I have never met another who clings to life so tenaciously. Who lives so... In the moment. I must admit I was quite smitten with her for a time. Вы любите Гильду? You're still in love with Gilda,
what if I am? What business is it of yours? She deserves someone who truly understands her ephemeral beauty, not that brute actor. Maybe later. Good. I hope my paintings are able to open your mind to new possibilities. Ну, если он говорит правду, значит, он не виноват. Реально, краска, значит, какая-то Эзра ее похитила. Подожди, тут кто-то прошел, мне кажется. Ого, здесь народу. Консьержа не разговаривает. Консьержа не мы. Так, с одним мы побеседовали, окей. Давайте, может, вещдок еще посмотрим. Какие-нибудь кисть, бутылка, синяя краска. Воровать не будем. Давайте искать дальше. Ты кто? Военная литросхема, хрень какая-то. Так, а это что за бирки? Комната ремонта. Отсюда посмотрим на место убийства. Туда пошли следы. Это второй этаж. Сейчас мы осмотрим. Никто тут ничего не забыл? Никто тут ничего не видел? Ладно, с художником разобрались. Подожди, что это? Может, ключ есть у Максвелла? Надо запомнить эту дверь. Но не хочу пока туда вламываться. То сейчас раскрою убийство и все. Тут нет видеокамер, я спрашиваю. Вот еще одна картина такая же. Как у Сантьяго. Так, это кухня, это консьерж, он со мной разговаривать не будет, да? Да, ну хоть консьержи не разговаривают, уже легче. То еще и их выслушивать. Так, здесь понятно. Зайдем в эту комнату. Угу. А это что за лаборатория? Че тут никого нет? Наверное, больничное крыло какое-то или еще что-то типа того. Ладно. Пошли далее. Но вот этой комнате точно кто-то будет. Нет, не вот этой, вот этой. Там вообще интервью кто-то берет. А ну, а ну. Stand by like some pasty-faced Percy while he put the moves on my best girl. But now the law is on our tail. What are we going to do? Come away with me. Let's leave this dark hole of a city behind. We can be in Buenos Aires by tomorrow. Oh, I want to believe you, I do, but never let us go. Then we'll make our stand here. I've got a gun for each of us. No, 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 no. The line is, then we'll make our stand here. Two lovers together with a bullet for each of them. God, why can't I ever get that line? Forget it. I can't do this right now. Fine. I'm going to the beach. Ну это сценка, но такая какая-то очень опасная сценка. Стоять, мистер. Hello, detective. How can I help? Did you have questions about the case? Что думаете вы? Это не он. И там собрать надо досье. Битва на место преступления. Твое ж оружие, друг. Ну, так, скорее всего, конечно, подставили, но все же. Разговор с гильдой. Nothing to worry about. Ну ладно, пока не буду тебе предъявлять. Okay. Just let me know how I can help. Довольно интересно. В принципе, и краска была на месте преступления, и бита была на месте преступления. Как бы вас двоих не хотели подставить.
товарищ. Так, это какая-то интересная комната, ванная. С гантелями, кроватями. Надо с женщинами идти разговаривать. Скорее всего, это они там что-то наделали. Так, и тут еще картина, гантели. Я просто ищу, может, какие-то зацепки, может, что-то кто-то мне подскажет. А ну-ка, Данс, уйди с дороги. Ну, окей. Мне кажется, эти двое не виноваты, хотя улики прямо-таки кричат, что это они сделали. Давайте поговорим тебе со следующей. Хотя здесь никого нет. По идее, должен. О, какой меч, смотрите. Интересно, это можно сделать? Это не противозаконно? Нет, но это мне не нужно, такое у меня же есть. Лопата, пушка, это музей. Здесь никто не живет, поэтому здесь спрашивать и разговаривать, скорее всего, будет не с кем. Во, я нашел ключ какой-то. Ключ смотрителя убежища 118. Теперь я с ним зайду куда угодно. Хотя бы даже в ту дверь с очень сложным замком. Я ее, конечно, мог взломать, но... Серебряные часы. Здесь воровать можно, кстати. Теперь я могу войти куда угодно. Ладно, побежали. Давай сейчас со всеми поговорим, взламывать будем уже потом. Это будет последнее наше дело. Где живут еще две тетки? Эзра. И вот эта вторая, которая сейчас была. Вот здесь, да? Угу. Здесь сад какой-то. Лучше не воровать. Консьерж мне все равно ничего не расскажет. Вот эта дверь не открывалась. А ну давайте ее вскроем. У меня есть ключ. Сейчас что будет, то будет, аккуратненько. И куда эта дверь ведет? На третьи этажи. О, здесь трупы. Еще не убрано. Здесь, наверное, никто не был никогда, да? Убежище 118. Есть терминал смотрителя. Инструкция для смотрителя убежища. Только для смотрителя. Убежище 118 предназначено для изучения социальных взаимодействий между рабочим классом и сверхбогатой элитой в условиях замкнутого пространства. Для привлечения подопытных с требуемым статусом она будет функционировать в составе отеля Cliffs Edge. В начале эксперимента в его второе крыло, отличающееся более стеснительными условиями, будут помещены дополнительные подопытные из числа местных жителей. Руководство по операционным протоколам. Прием резидентов. Перед началом эксперимента убежище 118 будет функционировать в составе элитного отеля. Способность привлечь что подобное с подавающим имущество социальных статусов. Чтобы подчеркнуть привилегированность и эксклюзивность, территория отеля будет закрытой. После поступления сигнала от WorldTech, менее комфортное второе крыло убежище будет заселено представителями местного рабочего класса, которым предварительно продемонстрирует роскошь первого класса. После заселения убежище будет закрыто до определенных результатов эксперимента. Группа подопытных А, суперэлита. Эта группа, включающая не более 10 подопытных, будет обслуживаться роботизированным персоналом, которым готовым восполнить любое желание в пределах возможного. При взаимодействии с группой Б, ее представители освобождаются от любых юридических ограничений. Группа Б – рабочий класс. Эта группа будет включать в себя около 300 подопытных. Ее представители будут содержаться в намеренно стесненных условиях второго крыла с максимально ограниченным снабжением. Нарушениями под любых правил будет караться судом со стороны группы А и наказание со стороны роботизированного персонала. Короче, WorldTech, ищите извращенцы. Обязанности персонала и безопасность. В связи с высоким риском экстремальных социальных взаимодействий, человеческий персонал WorldTech будет ограничен смотрителями, ключевыми следователями. Все остальные охранники, служебные и технические обязанности будут исполнять роботизированный персонал.
Журнал смотрителя. Изменение параметров эксперимента. Это совершенно неслыханно. Один из подопытных группы А, ученый-роботехник из General Atomics, сумел убедить остальных, что у них будет больше шансов пережить грядущую войну, если они вставят свои мозги в роботов. И они пошли на это по доброй воле. Полное безумие. На мое сообщение о том, что весь эксперимент может пойти прахом, руководство отреагировало молчанием. Похоже, они скорее заинтригованы результатом. Дверь не откроется. Хотя второе крыло все еще не готово, мы получили команду от Voltec, однако при попытке начать отбор подопытных в группу Б, система сообщила, что мой доступ заблокирован. Похоже, кто-то из группы А перехватил управление, чтобы не пускать сюда местных. Они уже несколько дней пломятся в дверь, а я ничего не могу сделать. Это невыносимо. Господи, до меня только сейчас зашло, что я теперь подопытная крыса. Вместо того, чтобы изучать взаимодействие местных работяг с кучкой богатых ублюдков, я сижу заперти вместе с ними. Они намерены жить вечно, а мне придется торчать с ними до конца дней. Я этого не вынесу. Офигеть. И извлечь голозапись. Журнал смотрителя убежища 118. Она у меня. Крутяк вообще. Ну вообще придумали круто. Сейчас, пока я помню, как она называется, чтобы ее найти. Журнал. Короче, поделили двух людей на два. Вот оно, ладно, сейчас давайте послушаем. My supervisors have informed me that they haven't received payment from Mr. Parker, and Vault-Tec won't pay out of pocket to continue construction. I've repeatedly approached Ezra about the finances, but he keeps telling me that Mrs. Riggs hasn't transferred the funds. However, when I asked her, Juliana said that she had just given Ezra extra for the gold paint in the rooms. I've hired an investigator to look for signs of embezzlement in a few weeks. Sounds like Ezra was embezzling from his investors. Хм, еще один факт. Обалдеть. Короче, вот это вот то общество, которое мы с вами видели до входа сюда, это были рабочие, гули вот эти всякие, здоровые там разные. Здесь уже элита, и то элита, видите, пошла наперекор смотрителю, который здесь, походу, смотрите, сейчас упадет. Который умер от голода здесь просто. И увековечили себя. Сделали роботов и вставили туда свои мозги. Жесть, конечно. Супер. И теперь тут, видите, у них свои терки. Кто-то кого-то убил. Вот так жил смотритель. Один здесь. В своей комнате. Но мы тем самым достали еще одну улику. Супер. Хорошо, что я сюда зашел. Я думал сюда в последний момент зайти, но ключ раз нашел, значит... Значит, зайдем пораньше. Ну что, я как и говорил, тут женщина во всем виноват. Надо искать их. Пошли искать их. Где-то же они тут прячутся от нас. Рикс и Эзра. Как минимум две тетки еще есть. Надо быть наготове, да? Так, это художник. Этот чувак чем-то управляет. Но мне надо это нажимать. Какие-то двери. Ладно, пошли во второе, в первое крыло. Подождите, я еще поговорю с этим. Может, что-то он прояснит сейчас мне по поводу того, что я нашел. А ну, стой. Возврат на место преступления. I think you should explain why you keep returning to the crime scene. It's for inspiration, detective. The others do not like to think about it, but even we shall die someday. Like Prometheus's torch, it kindles within me the fire to create as much art as I can with the time that I have. Never mind. Ну ладно. Он объяснил, почему возвращался на место преступления. Пока оставим тебя в покое, ублюдок. Давайте смотреть, что здесь. Во. Вот с тобой мы побеседуем. Меня обеззаразили. Как тебя зовут?
Джулиана. Ну вот женщины пошли. А нет, их здесь две. Just let me have a look at the neural interface matrix, and I'm sure I can clear that. No, it's not that. I've just caught another cold. Probably something that got in when they sent Pearl out. Oh, God. Not this again. Last month you were convinced you had the measles. You're not a doctor. What would you even know about it? Besides, I think it may be malaria. First of all, I am a doctor. Yes, but not a real doctor. Robotics isn't an actual medical degree. Secondly, I've told you time and again, you can't get sick inside the suit. It's not physically possible. I know when I'm getting sick, Bert. Now why don't you just wander off and play in your lab? Mr. Scruffy and I are going to rewrite the will, so he will get everything when I die because horrible Bert didn't believe me. Oh, God, Juliana. Whatever. I'm going to the lab. Подождите, Рикс. Что вы думаете вы? Спор Джулианы с Эзрой. I heard that Juliana and Ezra had an argument a few days before he was found dead. Tell me about that. Well, I was in my lab at the time, so I didn't hear it. But Juliana has always been rather critical of Mr. Parker. I think she found something in the overseer's office. I wasn't listening when she told me about it. I kind of had my head in my research. I don't know, really. I try to let her handle all the money stuff. Was there something else, detective? Мы там уже побывали, исследования. Tell me about your research. Well, I was one of the leads on the team that created the first robo-brains, the precursors to our model. Most people don't find it all that interesting, and I'd rather not bore you. Was there something else, detective? Подробнее об исследовании. I'd like to hear more about your research. Oh, wonderful. No one else here really wants to talk about it. Functionally, this model is more or less the same as the previous versions I worked on, but without the neural inhibitor and the reconditioning. The voice modulator seems to have some minor issues interfacing with the neural matrix, which can add some moodiness. But that's easily solved with regular tune-ups. Was there something else, detective? А еще подробнее? I'd like to hear more about your research. I'm afraid that's really all I should say about it. Может, сейчас что-то вылезет у него? It is still classified, but I wanted to help with the investigation. Was there something else, detective? Модулятор голоса. Вылез. Have a voice modulator. Tell me about that. That's what allows us to recreate our original voices. They can mimic any normal human voice, actually. I've speculated for some time that the issues we had with our recruited subjects is due to the brain attempting to preserve a sense of self. Maintaining our original voices helps reinforce the neural network, sort of like playing music for an Alzheimer patient. Was there something else, detective? Maybe later. Very well. I'll just get back to my work then. Ну, к Берту у нас претензий нет. Наверное. Пока что. Где тут его жена была? Куда она уже ноги унесла? Ага, спряталась. Hello, detective. Did you have a question about the heinous murder? Что вы думаете по этому поводу? If you ask me, it's one of those actors. Or that horrible painter. Their type is always the cause of violence.
Mm-hmm. I heard you had a big fight with Ezra a few days ago. Care to explain? Oh, well, it wasn't that big a deal, really. He wanted more money to pay for repairs. А, Эзра — это погибший. Я думал, что это еще один подозреваемый. I lashed out a bit at the poor man. I really should have listened to him more. Эзра вас обкрадывал? I found some evidence that Ezra was embezzling from... Поэтому вы его убили? Oh, well, I really don't believe that. Mr. Parker wouldn't do such a thing, I'm sure. Что за хлам? What's with all the junk in here? These are our things. We're just waiting till the war blows over so we can bring them back to the mansion. Ладно. Good luck catching the murderer, detective. Ну и здесь ничего не прояснилось. Сейчас вот еще пороюсь. Подождите, а сколько там всего роботов-то было? Надо было их пересчитать, пока они все стояли вместе. Хлам постоянный. Я все обыщу. Ладно, пошли еще походим по дому. Вообще, я уже со всеми переговорил. А нет, тут еще одна дверь. Туалетная. Окей. Ну что у нас остается там? Сколько еще подозреваемых? Досье надо собрать полное на всех, а вот еще одна дверь стоит. Ух ты тут. There's a wealth of technology just waiting to be discovered out here. Тут явно что-то разбили. В гневе. Картины, мусорка. Так, трупов нет, ни хрена нет. Следов нет. Картина. Еще картина, еще картина. Данс, подсказывай, не знаю, что делать. Тут туалеты. С музычкой не как-нибудь. Чтоб не скучно было. Ух ты! Еще один остался. Шапки желтой. Тебя-то я, дружище, и забыл проверить. Ну так я все посмотрел. Ну-ну. Так, это надо выключить. Вашу прекрасную музыку. И турист один остался в шапочке. Кто это? Броско. А, Гильда. С тобой-то я еще не поговорил. Вторая женщина, да. Пофлиртуем с ней, а? А почему бы и нет? Пофлиртуем еще чуть-чуть. Сейчас она все и расскажет мне. Еще пофлиртуем. Have you ever done radio? Your voice is quite enchanting. Well, darling, play your cards right, and maybe I'll whisper some sweet nothings in your ear. Care to hear some of my stories, detective? Продолжаем флирт. Я думаю, к чему ты тогда приведет? Keep it up, Tiger, and we'll find out if you can handle how much woman I am. Surely you must be here for my salacious stories of the silver screen. Свидание. Why don't we grab a bottle of wine and go watch the sunset? Sounds good, detective. Ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Сейчас она что-то мне расскажет. Это жестяная банка. Ни хрена. Че я в номере-то делаю? О боже, я переспал с консервной банкой? Стоять, Броско. Гильда, стой, стой. Интересно, каким образом? Hey there, Tiger. Here for more stories about my acting career or something else?
Подождите, а кто это сзади? А, актер, да. Ответьте на мои пару вопросов. А, ну давай, конечно. Винс, Натали? Таких здесь нет роботов, я надеюсь. Расскажите о себе. Спор между Джулианой и Эзрой. Apparently, Juliana had a big argument with Ezra a few days before he died. Did you happen to overhear any of the conversation? Oh, yes. I haven't seen a woman go off like that since Teresa Dubois fired her costume designer. But to get back to your question, it was fever pitch, detective. She had apparently gone to the overseer's office to check on the state of things and found it in horrible disrepair. But, and this is where it gets interesting, it sounded like she found something that... Да, мы нашли эту запись уже. Couldn't hear what, though. Did you need something else? Понятно. А что думаете вы? Я ж не зря с вами переспал. Well, it is a bit strange how obsessed Santiago has been with the murder. I mean, he's always been a bit obsessive, though. He did a whole series of paintings of me, hundreds, said I was his muse. It was flattering for a while, but the man is a bit much, even for me. Did you need something else? Битва на месте преступления. I found Keith's baseball bat at the scene of the murder. Any thoughts on how it got there? I don't know, detective. I can't really imagine Keith killing Ezra. Did you need something else? Роман Сантьяго. I've gotten the impression you've had an affair with Santiago. Look, I love Keith, I do. But sometimes he just can't give me the attention I need. A girl gets lonely, detective. It only lasted a few dozen years. The man's a bit much, even for me. Did you need something else? Разговор с Китом. What were you and Keith talking about when I came in? Oh, that? We were rehearsing. Gotta stay sharp if we're going to rebuild Hollywood. But Keith always gets flustered when he's upset. Did you need something else? Maybe later. I'll be around, languishing from your inattention. Твою ж мать, и кто ж тогда виновен? Я чё, с этой банкой зря в номере просидел? Но я думаю, мы с ней просто разговаривали. Не более того. Так, ну здесь больше нечего искать, здесь все понятно. А ну, Кит, колись. Hello, detective. How can I help? Сейчас тебя обвиню, блин, и будешь, блин, отдуваться за всех. Ладно. Главное, кнопку не перепутать. Короче, сколько там роботов-то всего было-то? Еще есть закрытые двери в этом отеле? Так, здесь я был, там музей. Здесь у нас что? А это кто? Перл. А ну расскажи мне что-нибудь. Что думаете вы по поводу убийства? I'm afraid not, detective. We're really at a loss, which is why I was sent to find you. Need to restock on hunting or fishing supplies? Что у вас есть? Может, позже обмен, что у вас есть? Keepsakes, hunting equipment, and a variety of small personal items. Forgot a personal item at home. Ну, покажи уже. Something for everyone. Так, Перл. Оружие никакого. От роботов на 15%. Меня, наверное, здесь будут убивать, да? Если мне такую шапку предлагают продать. Но остальное все мне принес. О, требуется детектив. А что это такое вообще? Так, это я куплю. Купил какую-то хрень, требуется детектив. Сейчас посмотрим. Может, там какая-то загвоздка. Сейчас до буквы Т дойдем. Вообще, конечно, я не знаю, кого обвинить. Они все как-то равно друг от друга отдалены и от этого убийства.
Ты как детектив про негритят. Ну, то так на это рассчитано. Где эта буква Т долбаная? Что это такое? Поскольку нам так и не удалось связаться с местными органами правопорядка, я отправил служанку Пел на поиски кого-нибудь, кто сумеет нам помочь. В отель Cliffs Edge таинственным образом скончался один из постояльцев, но мы не в состоянии провести расследование собственными силами. Мы полагаем, что дело тут нечистое, и просим прислать к нам детектива Максвелл, управляющий отеля Cliffs Edge. Так, надо с Максвеллом еще поговорить. Вот, я про него-то и забыл. Может, он его грохнул. Так, что у вас тут? Ну, это магазинная лавка. Здесь-то особо ничего нет, сейф есть. Украсть. Украсть, не взломать, украсть. Сейчас давайте еще здесь прогуляюсь. А, это вход. Ну давайте на входе чуть поработаем, подождите. Может на входе кто-то еще знает что-нибудь. Так, тут вообще запустение, что здесь у нас? Воу. Я вышел в гараж. Мрачное местечко, не то что внутри. Ну куда вы меня хотите поднять? Это выход наружу, наверное, скорее всего, да? Здесь машина есть. Сейчас Макс вам надо еще перетереть будет. Да, это гаражи просто, вот так они выглядят. Один из них открыт, кому-то побили лобовое стекло. Ну что, упасть? Может, улики выпадут. Так, еще один автомобильчик. Никто не бежал в это время? А с гаража нет? Так, еще автомобильчик. А ну. Нет, это просто гараж. Не знаю, вот этот подсвеченный. Хотя здесь много чего подсвечено. А на коин подсвеченный. Ладно, будем думать, что в гараже ничего нет ценного и полезного, чтобы мне помогло. Вот здесь, кстати. Где дверь? Как сюда войти? За эту решетку. Как туда войти? А вот так сюда войти. Так, какие-то шкафчики, безумный робот, планшет, органы. Protect and serve. Ты что-нибудь знаешь легендарный? Protect and serve. Хрена он не знает. И вещдоков особо-то здесь нет. Ну, а так я все исследовал. Тут дверь главное не пропустить, тут может быть случайно в двери выемка быть. К Максвеллу. Максвелл, а ну-ка расскажи мне что-нибудь. Ни хрена вообще. Бесполезный ты, Максвелл. Так, а это док, да? Джулиана странно себя ведет. Have you noticed Juliana acting strangely lately? Oh, well, I'm probably just being paranoid, but she's been so much more pleasant lately. I mean, it's been nice, but also a bit unnerving. Most people don't really understand us, but I always appreciated how she can just take charge of a situation. It's what allowed me to focus on my research. I'm worried something is happening. О, Джулиана, похоже, ты во всем виновата. Джулиана изменилась? What do you mean Juliana's not the same person? My wife has always been a very harsh woman, detective. I don't know who it is. Ну вот и развязка. That is not my
wife, Detective? Oh, was there something else, Detective? Did you have any thoughts about the murder? Yeah, I don't want to talk about this anymore. Please, just go. По-моему, он все мне уже рассказал. Так, уважаемая моя Джулиана, а где мы ее видели? Мы наконец-то ее немножко вывели на чистую воду. Место преступления мы осмотрели. Так, а художник, а ну пару слов тебе. Не, пока ничего. Пока Джулиана меня только интересует. Так, задание. Что мне там надо было сделать? Кровавая волна, это ж она? Нет, выключить. Как называется это задание вообще? Вот, смерть мозга. Собрать... Подожди. Твою мать. Как тут переключать, а? Собрать досье на Сантьяго Авидо, поговорить с Джулианой Рикс и поговорить с Джулианой. Дважды один и тот же квест. Так как такое вообще возможно? Убери патрон. Сейчас давай с ней поговорим. Джулиана, блин. О, тут какие-то следы, блин. Вот это вот что-то значит-то. Это реально что-то значит-то. Надо будет в эту комнату еще заглянуть будет. Как-нибудь. Так, два туалета с выходом на пляж. Здесь можно загорать. Ты мне ничего не хочешь сказать больше? Ответьте на пару вопросов. Неважно. Все понятно с тобой. Так, тут ничего не закопано, нет? Ладно, погнали Джулиане. У нас тут ничего не закопано. Она у нас находится вот за этой стенкой. Джулиана, по-моему, я тебя поймал, зараза. Здорово. Стоп. Предъявить обвинение? Good luck catching the murderer, detective. Я уверен в этом. Это, в смысле, намек, что я уже точно уверен в ней, да? То, что она себя плохо вела, это совсем другой человек, ну, типа робот. То ее следует обвинить. Ну ладно, я сохранился. И у меня квест связан с ней. Я буду нажимать кнопку, я уже устал ходить здесь. Предъявить обвинение. У вас есть алиби? Maybe you could give me a reason it couldn't be you. I'm sick all the time, detective. I don't have the strength to do such a thing. Я знаю ваш секрет. I know your secret, Juliana. Or should I say, Ezra? Well, detective, that's quite the claim. It's a shame. I thought I could keep the ruse. Ну да, я так и подумал, что он не... Погибла-то совсем другая, Джулиана. А Эзра жив. Ублюдок. Возьмите меня в долю. Почему вы ее убили? Had to be dealt with swiftly. I thought I could get a bit more money out of this place before. Она все узнала просто, и он ее убил и. Join me in getting rich or die defending some outdated ideals. Ни за что. Not a chance. Your murder spree stops. Ублюдок Эзра. Победить убийцу. Насколько он крут.
Победил. Смерть мозга. Часть 2. Выполнено. Доложить Максвеллу об успехе. Ключ от убежища. Антир 1. Вот эти деньги он бы мне и дал, да? Ну и все, победа. Джулиана Рикс оказался Эзрой. Ух, какой детектив-то страшный. А если бы не харизма, как бы эту хрень прошел-то? Если бы я не узнал, что она поменялась и совсем другой человеком стала. Стал, вернее, или стала. Ну ладно, пошли к Максвеллу. Я свое дело сделал. Этот ублюдок просто занимался финансированием, и сейчас я поговорю с моей любовью. Как, ты не хочешь со мной разговаривать? Ты меня забыл уже, да? Ну ладно. Быстро меня забывают роботы, с которыми я провел ночь. Максвелл, ты где? Кстати, муж, наверное, будет немножко расстроен ее, наверное. Максвелл, я все выяснил. I found the killer. It was Ezra. He killed Juliana and took her place to hide his tracks. My word. I never thought Mr. Parker was capable of something like this. What happened when you confronted him? Пришлось его убить вообще, да? I killed him. He had it coming. You did the right thing. There you are, detective. Payment for your services and a bonus for uncovering such a heinous plot. I don't think we could have done it without you. Еще будут какие-то квесты? Что, все? Смерть мозга выполнена. Все, вообще не делать ничего. Ну круто. Круто. Если б не харизма, я даже не знаю, как бы предъявлял бы обвинение. Выполнено. Победить за Эзру Паркера в убежище 118. Тут квесты не успевают обновляться. Выполнено. Смерть мозга, часть 2. Правда, можно было, наверное, как-то дойти не впрямик, не спрашивая у нее. Можно было, наверное, как-то еще побочными путями, диалогами, в смысле, выйти. Скорее всего, так и да и было. Но это то, что мне док рассказал, конечно же. Ребята, вы знаете, что произошло? Вы знаете, что произошло? Все живы. Ну, роботам уже похрен, я вижу. Что здесь произошло? Так, музей истории был пуст. Сейчас док немного расстроится, док. Док? Да. Это не док. Им уже всем все равно. Осталось только найти мне... Перл. Перл надо найти. Я не осмотрел один... одну каплю крови. Может, поэтому у меня квест пошел немножко не так. Перл, я все сделал. That was quite the commotion. Did you need something, detective? Forgot a personal item at home. Короче, им вообще похрену всем. Ладно, на этом квест наш закончен. Лучше не вспоминать. Восстановление данных, идеалы Акадии. И кровавая волна. На этом мы с вами остановимся. Жизнь на краю. Будем отсюда выходить. Здесь мы сделали все, что могли, и помогли роботам. Даже я не подкупился, видите, я совсем не тяготею к этим богатствам. Тем более к довоенным деньгам, которые никуда не денешь. А, ну да, это быстрый выход. Ну все, пошли. В принципе, вот это, вот этим квестом я уже доволен. Хоть что-то масштабное такое было и интригующее даже немножко. Конечно, могли бы еще выкрутить чуть-чуть бы, как-то там бы догадаться по каким-то уликам бы еще, а не тупо на харизму надавить.
Ну да ладно, воровать мы ничего не будем здесь. Что это такое? Комбинезон убежища 118, вы чё? Тем более это не воровство, а просто попросить. Интересно, насколько он круче моего? Я просто собираю комбинезоны. Так, комбинезон убежища 118, 5-10, нет, такой же. Почти такой же, как и 111. Так, а тут можно понажимать что-нибудь? Нет, здесь не работает ничего. Здесь тоже должны быть комбинезоны в этих ящиках или еще в чем-нибудь. О, ключики. Ни одного. Ну это парковка, а это что? Это отвертка. Ладно, выходим. Замечательно. Интересно, а во всех убежищах опыты какие-то оставили, да? Еще ни одного нет нормального убежища, где люди бы просто жили. Везде, то стрелков нагонят, которые захватили власть. Тут роботы захватили власть. Вот так еще те садисты. Надо пойти разрушить им убежище, с которым мы с вами знакомы. Ладно, поехали. Все, этот квест закончен. Сейчас еще по отелю пройдем немножко. Влево-вправо посмотрим. Ну, я не ожидал, конечно, что, смотрите, отель. Я думал, в этом отеле, где гули бегали, надо было найти какого-нибудь этого убийцу. А здесь еще и убежище построили. Конечно, достойно. Как для дополнения. Квест, конечно, не очень крепкий, но хоть такой. Потому что после первого квеста, когда мы нашли беглого синта, пошли по каплям крови и нашли, что его съели трапперы. Квест закончен. Но этот хоть немножко такой, более твердый. Ну, здорово. Глубоко, конечно, он в земле находится. Долго ехать. Данс, ты не ожидал, что я тебя возьму в дополнение, наверное, да, с собой? Еще и с роботом мне пришлось переспать. Ужас, Данс. Или это ты, скорее всего, был Данс? Скорее всего, ты, потому что я не мог. Я точно не мог. Игра, не зависни, пожалуйста, здесь. Я тебя прошу. Скорее всего, игра зависла, друзья мои. Обалдеть. Выйти отсюда нельзя. Мать вашу. Я не могу доехать до финала. Или это реально так долго? Вот это да. Я реально так долго вниз ехал? Да нет, это завис он опять. Ну чё, разработчики Беседка, молодцы. Так держать. Так держать и делать дальше также продукты свои. Я охреневал с вашей обычной сюжетки. Сколько там багов. Но здесь, на таком квадратном... В маленьком острове багов в 1000 раз больше. Я не могу выехать отсюда. С этого лифта выйти. Хренеть. Наймите меня тестировщиком. Я готов вам бесплатно помогать. Игру мне бесплатно только давайте. Я вам бесплатно буду ее тестировать. Жесть, друзья. Это зависон. Это зависон. Твою ж мать. Такая огромная компания. Ну здесь, я надеюсь, можно сейчас выйти будет, да? Нет, нельзя. Ну все, друзья, я завис. Я ничего не могу сделать. Это непроходимая ловушка на PlayStation 4. О, жесть какая. Ну ладно, сейчас буду перезагружаться, пробовать еще раз. С последнего сохранения что-то делать. Но я не могу выехать с этого места. Да. Респект. Пауза. Да неужели? Я доехал. Нихера себе, выпустите меня отсюда. Друзья, наверное, с попытки 8-й или 10-й. Я уже просто... Ну и все, я уже просто опустил руки, потому что подумал, что... Последнее сохранение у меня нормальное. Это было перед поисками синта. И с 10-я попытка где-то была. Лифт наконец-то не завис. Так что, кто играет...
Будьте осторожны. Это жесть, конечно. Для компании миллиардера, который клепает вот так вот все на коленке, можно сказать. Сколько я багов встретил в этой игре? Ну, вернее, в этом дополнении. За эту серию только два непроходимых бага. И один мог меня вообще лишить всего на свете. Этот баг мог реально заглючить все прохождение на этом острове. Если у меня бы не было сейва нормально, то все, начинайте сначала, типа, да? Хей, тут еще один лифт есть. А, подождите. В подвал? А там реально два лифта было, да? Нет, я пойду по лестнице, все нахрен ваши лифты. Пойдем аккуратненько посмотрим, еще может что-то здесь найти можно будет. Выбираемся с этого дерьма. Здесь еще есть подъем наверх, хотя, по-моему, отсюда-сюда, я отсюда спускался. Ну вот отсюда точно не спускался. А, нет, спускался, это была битва. Какие-то завалы. Там уже буря идет. Ладно, пошли поверху. Ух, я так рад, что я выбрался. Так не хотелось, я не знаю, что бы я делал. Но заново я не перепроходил, понятно, этот бы отель. Просто оставил бы его непройденным. Кстати, даже некоторые номера еще и закрыты на замок. Просто заглядение. И выбраться ж нельзя больше с этого убежища 118 никаким больше другим способом, кроме как лифта. Вот от кого-то убили. Еще одно, может, сейчас мы с вами мистера помощника расследование проведем. Кто убил мистера помощника и вот этого типа? Я думаю, убил его вот этот тип и погиб от старости. Или вот эта типица, которая тут валяется. Испорченная книга. У меня испорченной книги нет, у меня была обгоревшая. Ну, так все понятно. А, еще и туалет есть, подождите. Он тоже на замок закрытый, нет? В туалете компьютер, да? Или что это такое? Нет, это коробок для сигар. На стол неплохо, как для туалета. Так, куда же идти-то? У меня ж робот больше не ведет. А, на эту лестницу вверх. Сейчас я еще смотрю здесь. Здесь мы стрелялись. Перестрелка была. Здесь убили гуля. Куча денег. И все. Эта комната закрыта. Ну, пошли. Что это за звук такой? Или это у меня, наверное, этот сгорает мой... прибор мой. Батарея моя от костюма, скорее всего. И новая вставляется. Так, пойдем по трупам. Только по ними можно распознать, где я был, где я не был. Можем, конечно, быстро отсюда спрыгнуть. Но это же не наш метод. Окей. Вот трупики. Еще теплые. Отель громаднейший. Кухня даже была. С ядерколой. О, какой большой. Лопата. Так, это тело мы успели обыскать, когда бежали. А тут проход вниз, нет, это падение вниз. Ну и тут все аккуратно. Осторожно, там мины были. Вы видели, три мины загорелось? Что это еще за баг новый? Вот здесь три мины только что было. Да. Все четко сделано, продумано.
до миллиметра. Мяч. Так, ладно, а как отсюда выбираться? Здесь же нет прохода или есть? Разве мы так шли? По-моему, не так шли, ну ладно. Не так шли. Значит, вот этот проход, ангар. Серебряный, подожди, столовый нож. У меня уже много слишком вещей, но, естественно. Куда ж без них-то? Открывайся уже, давай. Это точно легкий замок? Он не сказал бы, что это легкий замок. О! Прости, что побеспокоили вас. Гниющий дикий. Но я должен был зайти сюда. О, еще один выпал. Телефон. Это спуск, подъем наверх. Этих я, по-моему, обыскал. Нет, не всех. И быстренький выход. Хотя здесь еще есть одна дверь. Тоже легкая. Да, очень легкая. Чего вы тут от меня хотели спрятать? Вот это? Ладно, давай тогда все собирать. Раз такое дело. Вот, терминал еще хотел посмотреть. Да, этого отеля. Никогда было мне. Пришлось бежать очень быстро. А вон и лифт сзади. Тот, который бы меня сразу доставил сюда. Так, регистрация постояльцев. Отличный текст. Даже рад, что он именно такой, наверное. Инструкция касательно привилегированных. При заселении персонал гостиницы должен помочь постояльцам нести багаж и выполнить все их пожелания. При условии предварительно бронированного заселения номера производится после входа в убежище. Сопровождать постояльцев и оказывать им помощь должен специально назначенный консьерж. Для общения с портье Максвеллу пароля не требуется, но поощряется в целях создания атмосферы закрытого клуба. Бронирование. Отличное бронирование. И место достопримечательности. И мероприятие. Национальный парк Акадия. О, сейчас у меня картина откроется. Национальный парк Акадия. Да, карта обновлена. Является главной достопримечательностью нашего острова. В течение всего года посетители могут насладиться суровой красотой дикой природы. В штаб-квартире парка можно приобрести охотничьи и рыболовецкие лицензии. Обсерватория Акадия. Благодаря полному отсутствию городской засветки, обсерватория Акадия, там мы, кстати, были, предлагает идеальные условия для наблюдения за звездами. Ночные астрономические экскурсии проводятся с апреля по сентябрь при условии подходящей погоды. Количество мест ограничено, просим бронироваться заранее. Спа-салон Олдери. Хотите расслабиться после долгой прогулки? Спа-салон Олдери к вашим услугам. В его традиционных турецких банях вы сможете насладиться комфортом и релаксацией среди природных красот нашего острова. Фабрика лимонада Вим. В ближайшее время будет объявлен официальной содовой штата Мэн. Приглашаем наших гостей посетить историческую фабрику этого лимонада, успешно конкурирующую со всемирно известными брендами. Также мы предлагаем экскурсию на действующее производство с дегустацией новых сортов напитка. Ну что ж, полезный терминал, две новые локации у нас с вами открылись. Ты где? Вау, еле отбился. Вау. Этим ружьем стрелять неудобно на врагов, которые на тебя бегут. Но я уже так приелся к стрельбе в Fallout 4, что мне вот это вот за счастье. Хоть какие-то трудности у нас будут во время нападения врагов. Не очень комфортно им стрелять, но мне нравится. Та ностальгия напала, ты не представляешь какая. Вентилятор, вот у меня такой в детстве был. Не могу оторваться от него. Пишущей машинкой столько полезных вещей есть. Техническая документация, это для братства стали. О, еще один замок какой-то.
Как мне эти легкие двери надоели уже. Это или это не легкая была, нет, это нормальная была дверь. Тут никого хоть нет. Никто на потолке не висит, как обычно. Ментаны зато были. Бабулеры. И еще немного дерьма. Такая подсобка была. Ну все, с остальными мы... Нет, мы с ними разобрались, но не обобрали. Вот здесь что? Ядерный блок. Нет, ядерный блок именно так и срабатывает. Совсем другой звук. Не такой, как там. Да, ну и вот это тот самый единственный рабочий лифт, который мог бы меня... А нет, не рабочий, единственный лифт. Понятно, там было два лифта. Один и второй. Ну а здесь уже ничего нет особенного. Сейчас сортир еще проверю. Кто-то здесь есть. Ух, успел. В сортире сидел, представляете? Сволочь такая. Данс, а ты не кричи, а лучше стреляй, больше пользы будет. Мужской закрыт. На удивление. Ну что, и выход. Не выход, наконец-то, из этого долбанного отеля, который чуть не лишил меня огромного куска прохождения. Заново бы я его не перепроходил, естественно. Самой собой разумеющийся. Ну что, на этом все, друзья. Закончили мы с отелем. И в следующей серии пойдем дальше. Дальше по квестам. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadow, Игровые миры. До новых серий Fallout 4, дополнение Far Harbor. Пока.